Важная информация для автолюбителей. Завтра изменится режим работы светофоров на перекрестке улиц Ленина и проспект Космонавтов. На перекрестке изменится несколько режимов работы светофоров. Время сигналов в основных направлениях по улице Ленина и проспекту Космонавтов и в дополнительном при повороте направо с Ленина на плотину Нижнешайтанского пруда. Как объяснили специалисты, это поможет повысить пропускную способность и безопасность движения на этом участке. Режим работы светофоров изменится завтра с 10 часов утра. Администрация Первоуральска просит автолюбителей быть внимательнее при проезде перекрестка.